огромное поле, огромное коллективное мышление на сцене и в зале. Вот это называется единение народа! И я хочу сказать, что в нашей программе много молодежи. И когда я говорю о том, что, вы знаете, фестиваль песни России, и в целом, конечно, мы акцентируем на национальные культуры, на разные традиции, профессиональные, самодеятельные, любительские, детские и взрослые, и, в общем-то, ветеранского движения, пенсионного возраста. Но жизнь-то на этом не заканчивается. Нужно обязательно общаться. И песни петь для чего? Для души. Ну, и даже если нет гармониста. Ну, в конце концов, ну что делать? Сами просто можем, понимаете? И такое бывает. И я хочу сказать, что это очень важное событие, когда мы все объединяемся. А мне говорят, да зачем нам нужен этот фестиваль в некоторых организациях высоких? Ну зачем, понимаете? Молодежи это не надо. Это никому не интересно. Я говорю, минуточку. А вы придите, не поленитесь хотя бы раз и посмотрите на это происходящее событие на сцене. Среди нас стоит одна молодежь. И посмотрите, они хотят. Они хотят продолжать свои традиции. И будь то современное направление или глубоко народное, этническое, национальное. И в этом есть движение вперед. Мы тем самым все вместе участвуем в собственной цивилизации. И таким образом мы рассказываем, на что способна та или иная область, тот или иной регион. И я знаю, что в Кировской области столько души вкладывается и в те кружева, которые мне подарили, и в те дымковские игрушки, и в соломенные игрушки, и в те книги, и во всякие поделки, и в те глиняные изделия, на которых дети развлекаются, гудят. Я вам скажу, что и мы, взрослые, стараемся подыграть, потому что в этом есть живая атмосфера и энергия. Поэтому, мои дорогие, вам огромное спасибо за такие аплодисменты, которые мы слышим сейчас и понимаем, что они не просто даже, ну хорошо, выступили, а вот какое-то есть в этом тоже чувство патриотизма и любви к своей стране и к своей области, к своему месту, где живем, к своему дому и к своим соседям. Как бы нам не навязывали такую вот агрессивную атмосферу просто в воздухе, а у нас вот все обратное, мы совсем другие, и это замечательно. Поэтому я вам благодарна. И сейчас на сцене появится необыкновенный человек. Он молодой, он очень энергичный, он придумывает свою музыку, делает великолепные аранжировки. Кстати сказать, вот когда я выходила со «Славянами», и песня вот мы пели «Все ждала и верила», да, это молодой человек эту аранжировку сделал сам. Просто, вы знаете, от души. Он в жизни никогда, может быть, этих песен не пел. Но его это пронимает, он говорит, я это хочу делать. У него много чего получается, он владеет английским языком, он занимается прекрасным бизнесом, у него все происходит в этой жизни. Но сцена для него это тоже реализация души человеческой, реализация своих творческих мыслей. И я его очень люблю. И я с большой радостью приглашаю на сцену лауреата международных конкурсов. Человека, который делает музыку. Музыку для людей, для души, от души. Конечно, у него своя молодежная аудитория, но он выходит и к взрослой публике, и честно делает свое дело. Встречайте, Евгений Горд! Поездами мчал.
седой туман, что подозвалась ты. Где мне тебя найти? Дальним делиться с вами этими эмоциями, потому что мы по отдельности не так много значим, а вот вы, когда вместе с нами, мы приобретаем действительно такую целостность, с которой невозможно ничего сравнить. Спасибо вам огромное за эти эмоции! Но зато живой!